На ремонте вот такая стиральная машинка Ariston, модель AVL80. Значит, клиент сказал, что стиральная машинка включается, все программы работают, но не отжимает. То есть, не когда доходит до отжима, тоже так же медленно крутится, не набирает обороты при отжиме на разных режимах, разных скоростях, даже отдельно, если ставить на отжим, все равно еле крутится. Предварительный диагноз: электродвигатель, щетки, тахометр или плата управления, которая управляет электродвигателем. Но сначала смотрим на легкую часть, электродвигатель. Значит, переворачиваем, ложим на бок, чтобы посмотреть через дно на сам электродвигатель. Итак, повернул я машинку, перевернул на бок. Здесь дно открытое. Будем смотреть щетки. Одна, вторая. Откручиваем щетку. Один винт уже открутил. Просто два винта. Снимаем щетку и видим, что щетки нет. Сейчас ближе покажу вам. Вот. А щетка должна быть, ну, где-то вот так, где-то 25-30 миллиметров выходить на всю вот эту длину. Вот, вот так вот должна быть. А она вот еле... А, и уже зависла. Значит, 95%, что дело в щетке. Щетка уже совсем выработалась. Если поменяем щетки, ищем в интернет-магазине точно такие же щетки к этой модели, заказываем, и будет счастье. Ну и еще смотрю, есть какое-то подтекание. Вот здесь вот. А, оно откуда-то сверху идет. Видимо, даже не знаю, откуда-то сверху подтекает, затекает вот сюда и капает. Откуда подтекает, мне кажется, что вот оттуда надо будет заднюю крышку открыть. Вот эту заднюю крышку откроем, посмотрим, течет ли это с сальника. Но с другой стороны, здесь барабан, не барабан, а железный бак, все равно с этим ничего не сделаешь, он не разборной. Поэтому даже если сальники, поменять их не удастся, я так подозреваю. Ну все, меняем щетки и посмотрим, чем все закончится. Ну что же, я вот ставлю уже вторую щетку. Первая уже установлена. Поставил ее на место. Вот это вторая. Смотрите, какая она по длине. Новая. И вот какая старая. И вот какая новая. Устанавливаем на место, вместо открученной, не очень стандартная, обычно вот здесь вот посредине два таких пупырышка, а здесь пупырышки толстые по бокам, поэтому обратите внимание, нужно сначала посмотреть наличие таких щеток и уже затем их заказывать, потому что не очень стандартная щетка, так скажем. Ну, на разных моделях они разные, поэтому обратите
обратите на это внимание. Ну все, установил на место. Единственное, что еще на что можно обратить внимание, так это на то, что когда устанавливаете защелку, вот здесь контакт, обратите внимание, чтобы он плотно заходил. Если не плотно, немножко нужно будет поджать плоскогубцами. Но если плотно, то все нормально. На этой стиральной машинке, собственно, в этом вопрос проблема. Сейчас буду проверять, будет ли она раскручиваться. Но здесь, смотрю, еще есть потек. И здесь вот отсюда после потека капало. Вот оно стекало, потом стекает здесь и здесь капало. Откуда, буду смотреть, не могу сейчас точно сказать, откуда конкретно. Может быть, отсюда, сверху. Ну, сейчас надо выяснить, откуда оно капало. Для этого сниму заднюю крышку, посмотрю, не капало ли с подшипников. Ну и верхнюю крышку посмотрю, откуда текло. Ну и сейчас устанавливаю, включаю отжим и смотрю, будет ли раскручиваться до больших оборотов. Ну вот я включил высокие обороты. Машинка раскручивается до высоких оборотов, все нормально. Ремонт произведен, все в порядке. Подписывайтесь на канал. Как видим, что можно самостоятельно простыми инструментами ремонтировать и сложные поломки даже в сложной бытовой технике. Увидимся на канале. Всего доброго.